Подмосковье вернулись морозы. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, коммунальщики должны постоянно держать руку на пульсе, уверен глава муниципалитета Андрей Иванов. В ходе встречи с заместителем по вопросам ЖКХ Михаилом Каратаевым обсудили готовность систем жизнеобеспечения. Будем стелить солому заранее, готовиться к возможным каким-то проблемным ситуациям, не называя это пока авариями. Ну, возможно, они где-то будут именно в военных городках, где имущество и система ЖКХ находятся в изношенном состоянии. Здесь особое внимание. Глава подчеркнул значимость оперативного устранения любых аварий в округе и информирования жителей. В свою очередь Михаил Каратаев заверил, что котельные работают штатно. У нас сейчас работают 167 котельных, которые обеспечивают теплом весь жилой фонд нашего округа. Самая крупная тепловая компания – это Одинцовская теплосеть. В ежедневном режиме продолжаются и работы по уборке снега, очистке крыш от сосулек и наледи. Готовность дежурных служб стопроцентная. На сегодняшний день у нас сформировано 49 бригад, которые дежурят на случай аварий. Вот, и эти бригады будут устранять повреждения на тепловых, электрических и сетях водоснабжения. Все управляющие компании переведены на усиленный режим дежурства. Если проблемы со снабжением все же возникнут, звоните в единую диспетчерскую службу Одинцовской теплосети по номеру 8-495-150-51-20. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».